самую палку. Сложная игра, уже вторая игра такая сложная, цепляются, ребята рубятся. Что сказать, такие характер проявляют. Ну, эту игру, можно сказать, зацепились. Ну, могли и выиграть. Конечно, моменты были, которые у нас тоже были хорошие моменты, могли выиграть. Ну, такая заслуженная ничья, и ихняя, и наша. Обе наиграли на ничью. А довольны вообще работой судейства в этом матче? В этом, ну, как сказать, они сами вот эту ситуацию создали. Они просто моментом где-то не свистели, где-то, где надо свистеть, не свистели, а где не надо свистели. Поэтому две команды хотят забить на эмоциях. Так получилось, что уже к концу они. И так это должно было быть, то, что судьи создали. Вот они свистели бы где надо, так, я думаю, этого не было вот здесь, всей суете. Да, конечно, вот это не все удаление. Там не было удаления. Выбил он, выбил, и что, это мы же попросили, там такого ничего, тем более последнюю минуту там разыграли и сразу свисток. Судьи, конечно, на тройку я их оценил. По игре, думаю, здесь все видели, объективно мы были сильнее. Игра была разгонная, боевая, они тоже бой дали, но у нас куча моментов мы не реализовали. Надо было забивать стопроцентные моменты. Только 3 100% было. Один в один выходил, надо было забить. Реализация подвела.